Здесь помнят и царскую семью, которая задала новый стандарт культуры и благотворительности. Помнят наших руководителей Советского Союза в лице Хрущева, который, проезжая, всегда вспоминал о том, что бухту Вильфранш, к сожалению, отдали вместо базы российского военно-морского флота. Здесь помнят граждан новой России, когда, наверное, мы нестройными рядами приехали сюда отдохнуть. Я думаю, что, задавая стандарт отдыха, французы, наверное, с удивлением узнали, что праздник может длиться не один вечер, а неделю, что чаевые не 5 евро, а 500 евро.